Деньги-то хоть платят? А сколько обещал? Я не знаю. Заплатим, заплатим. Уже полгода сижу. Коровы-то живые есть, хотя бы остались? Остались. Сколько? Где-то около 200. Около 200 живых еще, да? Да. А померло сколько? Где-то около 40. Около 40, да? Да. Зимой вот, да? Да. Есть нечего им? Я не знаю, может, болезнь. Откуда я знаю? Ну все зимой умерли, да? Да. И куда их вывезли? Сюда. Вы вывозили-то, да? А я не тракторист. Он нанимал хозяин кого-то, да, вывозить? О, тракторист. Или пошли, женщина пошла собирать скотину. А, их вывезли, просто свалили в поле, да? Да. А что закапывать-то не стали? Он сказал прогонить, прогонить, а я не знаю, когда прогонить, закапывать. А что, их нечем было кормить, да? Сами по себе стали. Я не знаю, может, какая болезнь. Опять за лето, за весну, за осень они маленько вот отъелись и расплодились. И опять они за зиму половина передохла. И вот это вот из года в год, из года в год одно и то же. А выбрасывают их именно на поляне? А заражают. Их не выбрасывают. Их вот со двора вытащили, с фермы прям дохлятину и все. Ну там на 200 метров расстояние. Да. Что собаки сожрали, что его поросята сожрали, что вороны расклевали. Вот они зимой. Вот тут были еще рулоны у него не убранные, гнилые. Вот вы представляете, пока они... Вот рулон, вы представляете, что такое рулон? Замотан этим самым шпагатом. Пока они не съели вот это вместе со шпагатом, вот эти рулоны, они еще... Пока вода еще была на полях маленько, они еще все. Потом, когда они эти рулоны съели, стало замерзать, выпал вот, вот столько снегу. Вот вы представьте, они ходят по этим полям. Трава, которая сухая, торчит вот это из-под снега. Идет корова, идет теленочек. Они вот это вместе со снегом хватают. Они ищут, ищут где бы чего-то. И вот эта вот голодная, обезумевшая скотина, которая она просто-напросто, ну... Я даже не знаю, если кто никогда не общался с скотиной, может быть, и не понимает, а кто хоть чуть-чуть, вот. Вы понимаете, они ломают все, вот все ломают на своем... Они в этом не виноваты. Да, они животные. Нам как, например, участковый сказал, так вы бы взяли да убили, вы бы взяли, отстреляли бы. Но для начала это, как это такое, это очень легко сказать. И они Громову, вот так умирают, да, как раз, то есть Громову, Ванькове, сколько они жаловались, тоже милиция, не один раз прям говорит, а возьми да отстреляй, он как охотник, у него все это закон. Не, ну как это? Правильно, я возьми сейчас застрели, меня за это потом накажу. Полуживую, она, видно, лежит, шевелится, ее могут собаки драть, а мы ехали, как раз ее вороны клевали, вот прям живую. На глазах у детей? Ну и дети, и все. Вот а все едут, свинья. И все смотрят. Да, свинья, и... да. Правильно. Вот. А тут и поросят, они ее прям живую. И, в общем, в конце концов, ее разодрали. Так ее и не убрали, эту корову. Мы не имеем права выдавать справки на мясо. Но... А скажите, пожалуйста, а вот как он должен, если вот произошел падеж скота, что он должен делать по правилам по ветеринарам? Вызвать ветврача, вскрыть в присутствии его. Я должна написать акт на это... Павшие животные. А утилизировать он как? Утилизировать обязательно, сжигать, яму выкопать туда, труп, все, сжечь, изольную золу, все это продезинфицировать и закопать. Чем грозит вот то, что он выбрасывает трупы коров прямо на поле, не закапывая, не сжигая? Ну, конечно, грозит, но зараза всякая может, животные же там все ходят, птицы летают. То есть это реально опасно? Безопасность, конечно. И еще один момент. Скажите...